Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Динглихт. Ну, думаю, я правильно назвал. Динглихт. Как он правильно называется, я не знаю. По-английски я не бельмеса. Ну что, ждем, что у меня тут прогружается. Так, давайте продолжить. Надо сделать одно какое-нибудь хорошее дело. Потому как ты пакостный. И меня еще обманули. А я очень злопамятный в этом вопросе. И мы сейчас будем разбираться с этими чертями, которые обманули нас. Должны были там какой-то нафтизин дать, два ящика. Ну, дали всего пару штучек вместо двух ящиков. И поэтому я сейчас зол. Так. Все, спускаемся на лифте. Будем исследовать территорию, помогать людям. Хватит быть подонком. Еще одна просила меня поговорить с Рихимом о гнезде прыгунов. Она хочет убедиться, что он не полезет туда. Так, подожди, а у меня такая миссия вообще есть? Так. Надо наверх. Где этот Рихим-то? А где он наверх? Что у тебя есть? Садовый серп тяжелый, топ мясник. Это мне пока ничего не надо. Ну вот, отойди. Так. Подожди, я как наверх? Ну-ка, задание. Так. Человек в противогазе. Мутанты вырвались в рыбацкую деревню. Мусор рассказал, что так, ворот открыл. Ага, напряжение. Ночью найдите. Вот это вот ночью найдите главный пульт и включите автомат. Ну, это уж как получится, так на крючах. Найдите Толгу и Фатина. Так, ладно. Полный газ. Найдите крепость Джеффа на станции. По всему городу, включая башню, отключилась подача газа. Найдите пистолет, так. Поговорите с Рахимом о гнезде. Ну. Блин, только туда-сюда на лифте катаюсь. Что за неприятный инцидент. Ладно, это без проблем. Я так хотел его подорвать, это гнездо. Так. Нам наверх. Бежим, беги. Так, выше. И выше. Вот сюда. Нам повезло. Сказал, что вы нашли взрывчатку. Но не прикольно ли? Джейн отдала все ему. Саид работал сапером. Он разбирается в этом. Да, нам повезло. Хотя лучше бы нашелся антизин, честно говоря. Омар, мой друг, говорит, что Саид правильно установил таймер. У нас будет полно времени до взрыва. Мы успеем свалить. Мы? Никаких мы. То есть гнездо надо убрать, и сейчас это возможно. Но я это сделаю сам, без тебя. Ну, это мой план. А я его идеально исполню. Обещаю. Ну вот, черт, спорить бесполезно, да? Ладно, я тебе скажу, когда Саид закончит свою работу. Мы договорились? Типа того. Договорились? Да. Ну вот так. Я опять видел странного мутанта. Доктор Заре у себя? Надо рассказать ему. Не, он в лазарете пошел. К доктору Лене. Так, спасибо. Мы еще поговорим. Ой, аж 10 тысяч чего-то. По бокам, да, распределили по 5 тысяч. Ну, вроде неплохо. Так. Эй, док, есть минутка? А, Кейн, да, чем могу помочь? Крейн. Помните, я говорил вам о странном мутанте? Он еще на меня посмотрел и слинял с огромной скоростью. Ну так я увидел еще одного, и он тоже сделал то же самое.
Кажется, ваши коллеги говорили о чем-то таком. Они называли их бегунами. Ну так бегуны, что? Очевидно, они облюбовали определенные районы города и выходят только ночью. Как думаете, сможете поймать одного и принести мне образец ткани? Поймать? Убить могу, поймать, но не знаю. Видите ли, у меня есть мысль на перспективу, конечно, что если они облюбовали те места, где я оставил приманку... Ладно, не будем забегать наперед. Принесите мне образец, только он нужен свежим, так что поторопитесь. Ну, ни хрена себе. А где искать этих тварей? Мне сказали, кладовщик знает, где они обитают. О, ну, без проблем, он на первом этаже, если я не ошибаюсь. Так, а что у меня? Так, ладно. Это что? Так, ты отлично разобрался с той лабораторией. Это спасло много жизней. Очень скоро кто-нибудь откроет еще одну. Главная опасность — пустые капсулы. Из-под анестезии на их выбрасывают, а потом любой может их собрать и наполнить чем угодно. Ну, кстати, я даже не думал об этом. Их надо уничтожить. Мы собрали все капсулы в башне, плюс Брекен предлагает по 10 баксов за каждую найденную капсулу. Понятно. Это как... Так, собери 50 наборов. Так, поговори с кладовщиком. Блин, он наверху, что ли? А, лифт! Или что? Где лифт? Мне нужен лифт. Туда же спускаться надо. Так. Подождите. Мне надо кое-что. Детишки. Девчонки и мальчишки. Так, ага. Все внизу. Так, а где спуститься-то можно? Что-то я заплутал. Заплутали мишки, заплутали. Вот сюда. Блин, я хочу, может, они мне что-то сделать могут. Так. Грубый. Клевец, так. Так, полицейская дубинка, точно. Армейская лопатка, само собой. Кувалда. Серп, серп, кувалда. Это вот то, что мне не надо, это точно. Так, а вот ракеты, это, ну, это ночью мне надо будет бежать, если... Ну, давайте. Вообще-то мне надо газ сначала включить. Как, кстати, они хоть и побочные, но их надо тоже делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, так, ты найдешь, так. Давай, чем могу помочь? Зре говорит, вы можете сориентировать, где искать этих, ну, бегунов, сверхбыстрых мутантов с зеленой кожей. А, да, я могу сориентировать. Давай. Тут, тут и тут. Но если хочешь знать мое мнение, не буди лихо, пока она тихо. Ой, твое мнение еще спрашивать. Правила жизни. Спасибо. Так, ладно, бежим на улицу. Так, бегун — это уникальный тип мутанта, который может помочь в исследованиях ЗР. Он проявляется только ночью, их можно найти в местах кормежки, отмеченных на карте. Если вы планируете поохотиться на них, нужно вести себя очень осторожно, так как их легко спугнуть, а бегают они очень быстро. Ага, короче, охота, причем ночью. Ладно. Раз они ночью, у меня есть другие задания. Полный газ. Найдите крепость. Так, давай. Крайн, ты где? Hey, what's up, Spike? Что там, Спайк? Просто имей в виду, если я нужен, я на переморной переправе помогаю Моргану с лодкой. Блин, хорошо. Ой. Запчасти, смотрите, так и летят. Так. Хоп. А, подожди. Тут не получится тогда.
А куда можно привести меня-то? Ну как, кстати, красный домик, что обозначает? Зачистить зону, чтобы она стала безопасной. О, давайте вот, вот так вот. Сейчас я, подождите, я ее зачищу. А я думаю, что за... Хоп. А, тут даже... А, я думал, это стрелка. Стой, 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 стой. Чуть не убежал. Так, какой-то мешочек. Что за мешочек, я правда не знаю. Тихо. Где, где? Никакой, да? Хоп. Подожди. На. Вот так вот я могу. Так. Да подожди ты. На. На. Первый есть. Есть. Стой. Стой, 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 стой. Я так думаю. Подожди. На. Так. Закрываем. Кто тут остался? Все. Безопасная зона стала. Фу, я-то думал, тут что-то сложное. Все, так, тут мне ничего не надо. Идем дальше. Спасти. Ну давай спасем. На. Подожди. Да стой. Тихо. Все. Берем. Обыскиваем. А, пока этих не уничтожу. На. Тихо. Вот так. Ну иди сюда. На. Так, вылечиваемся, блин. Беги. Так, стрелы, стрелы, это мое. Беги. Так, денег я от вас, конечно, не очень-то ожидаю. Ну давай. Вот что-то другое получил. Так. Неплохо, неплохо. Блин, только... Это все не по делу, конечно. Беги, беги, беги. Да стойте вы. Да размечтались. Ой. Ой-ой-ой. Подожди. Так, и здесь безопасную зону можно сделать, да?
Подожди. На. Все? А, что-то включить же надо. Так. А, вот. Все, сейчас сделаем все. Обезопасим. Тихо. На. Все. Ну, вот так вот. Хоть разобрался. В чем-то. Так, так, так. На. Блин. Так, вот. Точка какая-то высветилась. Хоп. Блин. Подожди. Туда как-то надо попасть же еще. Тихо, тихо. Кто тут? Кто тут? Сопит и пыхтит. Вот так. Попал сюда уже хорошо. Тихо, 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 нет. О, это башня форта Джефферсон. Называй меня командор Джефф. Я здесь главный, тебе ясно? Ни Бека, ни Рейс. Это Джеффи... Или Джеффи Лэнд, или Джеффин Таун, или Нью Джеффи Сити. Да заткнись ты. Слушай, Джефф, командир Джефф, у нас авария. Во всем городе нет газа. А, это, да, это я. Ты перекрыл газ. Установка стены апокалипсиса в форте Джефферсон потребовала прерыва в газоснабжении, но я уже закончил, так что можешь включать. Я думаю, это твоя обязанность. Я не могу покидать командный пост, надо отправить кого-то попроще. Ты падла. Командор, я вызываюсь добровольцем. Отлично, солдат, как бы тебя там ни звали, жаль тебя терять. Рихнулся парень. Так, теперь открой секторальные вентили и главным распределительным вентиль. Потом возвращайся сюда, я уже сам открою главный. Ты станешь первым гражданским, который увидит стену апокалипсиса. Блин, ты что, поджечь, что он надумал тут? Так. Ну, первое это вроде недалеко. Тихо. Тихо. Скалится он мне тут. Блин. Так, ну-ка, где у меня там карта? Так, а мне... Так, мне... Как, в туннель? А в туннель мне и не надо. Ну, мне надо... Ой. Я даже не знаю, мне надо... Вон туда. Ну-ка, давайте-ка вот посюда посмотрим. Блин, а вот снайпер бы пролез. Так. Куда? Правильно иду? Правильно, так. Как мне сюда залезть? Да, господи, я-то думал. Хоп. Блин. Вот тоже.
взобраться проблема. Попроще надо как-то. Попроще. Что, еще выше? Блин, я на нее смотрю, он на самом верх Турине. Как? Как же мне к тебе приблизиться-то? Так. Давай, давай. Хоп. Так. Маленько не так, ладно. Залез. Залез куда-то. Ну, прыгай. Не прыгает. Хрень какая-то. Ну-ка, как-то другой подход есть. Так. Блин, блинский. Смеркалось. Даже не знаю, что сказать на этот счет. У меня просто нет слов. Блин, одна слюна, и то матерная. Бежим. Ну, сюда залез. На этом все. Нормально? Беги. А я буду думать дальше, как туда попасть. Блин, блинский. Ну реально, как туда залезть-то? Стой. Труба. Взял. Вот так и ходим кругами. Спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ведь не сохранишься, чтобы проверить. Какой-то проход, что ли, тут. Давай, давай. Хрен там. Нет. Там и нет. Груз отобрали. Ну и отобрали, отобрали. Как туда залезть? Как там же можно залезть? Не может быть такого, чтобы не залезть. Давай, смотрим.
Так, я буду сильно разочарован, если... Где? Как? Так. А может мне сюда надо? Ну-ка. Ай-яй-яй. Вау, по этим ходить нельзя. Понял. Так, ну-ка. Вентиль в туннеле. Подожди. Ну-ка. Хоть в этом туннеле-то. На! Или тут где-то еще туннель есть? А вот еще туннель есть. Идем. Идем сюда. На! На! Да тихо ты! Блин, чуть пересрался. Повернулся, а там оно стоит. Так, записка. На. Блин, да чего вас так много? Где-то на высоте. Давай. Вот так. Блин. Что там за задание так? А, у меня написано железнодорожно вот так. Открой вентиль уже. Да что с вас можно взять по 8 долларов-то? Хоп! Не угадали. Не угадали. А тут недалече. Падла. Хоп. Все? Спокойно. Не надо лишних слов. Не надо паники. Хоп. Хоп. Ну что ты не схватился-то, козлина? Ой. А я тут туда чуть не ворвался. Кто? Где? Где это брыган? Так, подожди. На. Спокойно.
А как мне к тебе попасть? Блин. Да уйдите со своими поцелуями. На. Ну-ка, подожди-ка. Нет, все-таки проволока везде стоит. Ладно. Хоп. Хоп. Стой. На. Искать, а мою стрелу могу найти? Нет. Ой-ой-ой. Давай. Поворачиваем вентиль. Ну и вентиль под эстакадой. Ну тут уж попроще, тут перепрыгнуть-то можно. Идем под эстакаду. Тихо. Не надо за мной бежать. Пупок надорвете. Да уйди. Я на вас даже размениваться не буду. Под эстакадой, это значит вниз. Ой. На. Гори. На. Бум. Давай. Давай, 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 давай. Подожди. Хоп. Да. Блин. Так. На. Так, стой, у меня навыки, навыки, навыки. А, какой навык тут у меня есть? Вот это что такое? Набирает очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Чем больше убийств, тем больше усилий. Так, ага. Ну вот круговая тоже вот. Неплохо. Так, этот я прокачал. Это прокачано. Все. Ой. Я где-то тут сюрикен бросил. Стой. Не для вас это все было. Блин, пропал. Ай-яй-яй-яй.
Все из-за вас, козлы. Так, что мне надо? Откройте витиль распределения, ага. Ну-ка, он хоть где находится-то? А, под низу пройти можно. Это уже хорошо. Хоть с газом справимся, пока световой день. Сюда. Минутку, оп. Хоп. Беги ты. Задохся уже весь. Ой. Да откуда? Кто? А, вот он. На. Ой, я даже не знаю, как с вами тут быть. На. Чё, ноль эмоций? На. На. Сколько в вас их надо накидать, так? Короче, хрень это сюрикены. Надо либо прокачивать их. Фада. Ой. Ну давай, подожди, заползай. На. В жопе ковырнули вот. Так. Как-нибудь вот так вот встать. Да. Вот это я понимаю. Так. А как нам туда попасть? Вот так вот. Я так думаю, вот посюда. Нет, не посюда. А покудова? Давай, давай. Должно воздуха-то хватить. Вот так. Все затоплено. Давай, 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 давай. Все. Спасибо тебе. All right, I opened the local valves plus the primary gate. Мне просто тебе даже сказать нечего, что у меня там.
Так. Должен мне объяснить. Вот тут разбросало все. Так. Трубы сейчас выпускают больше газа, чем бабушка на Рождество. Ладно. Поплыли. Что тебе надо? Закройте вентили синей линии. Хорошо. Вот это нам понятно. Синие линии, что тут непонятно? Сейчас закроем. Вот что за дурачина? Ага. Отказываешься даже помирать. Где еще один? Куда ты? Ну вот же сами лезут, прекрасно все идет. Тихо. Перебинтуемся. Вот. Давай, давай. Ой-ой-ой. Еще где-то. Идем, идем сюда. На. О, как смирно сразу. Вот еще одна. Давай. Сможешь. На. Тихо. Я вот сюда. Ну, спасибо вам. А плавать-то кто-нибудь из вас умеет? Так, полностью закрывайте вентиля синие. Закройте вентили синей линии. Сколько их осталось-то? Синие линии. Блин, я боюсь взрывчаткой там пользоваться. Ладно, сейчас добьем вот это. На. Где-то вон там пламя еще. Тихо. А, вон он, что. Тихо. Давай. Нет. На. Давай. Закрывай быстрее. Все. Сваливаю. Так, что, выпей кофе и протрезвей, ага. Вернись. Ну, вернусь сейчас. Здесь проблем не возникнет. А как ты закрывал все это дело? Закрывал, открывал.
Хоп. Ой. Давай. Тихо. Да что вы меня мацаете-то? Я вот сюда. Потом сюда. Поднимайся, поднимайся. Блин, вот что за бедовый парень. Давай, отлично, солдат, я открою питающий клапан, и ты приготовь в глазах к празднику контролируемого пировзрыва. Думаю, мне лучше отойти в сторонку. Как хочешь, у тебя 10 секунд. Полный газ. Блин. Сваливать надо. Зажигание. Так, узрите сатанинский ад стены апокалипсиса. Так. Ну вот и... Что это было? Да сдох он. Джефф, и газ идет. Я же сказал, он незаменимый. Это хорошо. Так. Ну, боюсь, тебе придется искать нового газовщика. Так, ладно. Так, братья и сестры, поймайте бегуна в течение... Так, чего там? Так, в течение ночи и возьмите образец ткани. Понятно, так, подождите. Задание. Стрелок на крючьях. Ну давай, вот это что такое? Так, они где-то есть. Хопа. Хэп-хоп. Хэй. Хоп. Апа. Да уйди ты. Мне вот сейчас вообще не до тебя. Мне надо бежать. О, так ты недалеко, оказывается. Ну, вы Толга и Фанин? Как ты догадался? Да кому интересно, что происходит в мозгу обезьяны? У него есть задание. Ах ты тварь. Твоя правда, ты помни только простые слова, а то он зависнет. Нам нужно перевести кое-какое оборудование, оно тяжелое. Очень тяжелое. Тебе не поднять человекообразный. Мы перетащим его по воздуху, по проводам большого сечения. Отличная мысль, скажи. Это была моя идея. Нет, не твоя. Просто скажите, что вам нужно. Ну, крючья, ясное дело. А как еще мы подвесим оборудование на трос? Ты найдешь их на складе в железнодорожном депо. А он знает, где это? Наверное, нет. В общем, найдешь, только поторопись. Этот проект важнее, чем все, что встретишь. Человеческий, так. И даже не пытайся понять, что это такое. Ой, умные! Идите вы нахрен! Отдохло вас на уши вам! Так, и что же мне надо сделать? Ищите крюча на складе. Хорошо. Так, минутку. Приберусь у себя здесь. Что-то упало. Все, идем на склад. Кстати, у вас... Подожди. Эй, ты искал паркурщика? Мы ищем того, кто согласится. Джафара, так, ведет тебя в курс дела. А что тебе надо-то? Успокоишься, объяснишь толком, что стряслось. Да, конечно, сейчас попробуем успокоиться. Это поможет успокоиться, это решит все проблемы. Давай. Я уйду, у меня точно не будет проблем. Ладно, ладно, не уходи. Я спокоен, я спокоен. В общем, я делаю для Раиса ракеты. Верно? Как обычные сигналки?
Нет, ультрафиолетовые ракеты. Ночные твари не выносят такие вспышки, потому что мои ракеты светятся ультрафиолетом, типа все по науке. Ну и сжигает она их ультрафиолетовые ракеты, продолжает. Да как продолжать? Цинк нужен чистый, а мой загрязнен. Не то чтобы это большой дефицит, но сейчас все больше дефицит. Так. Скипидар кончился, и когда люди Раиса придут за заказом... Люди? У Раиса? Я думал, он нанимает только горилл-психопатов. Что тебе нужно, чтобы изготовить эти ракеты? Только цинк и скипидар. Остальное у меня есть. Так, все, что мне нужно на складе в железнодорожном депо, только меня там угробят сразу. Понятно. Кого? Все в одном месте будем брать. Удивительно, как тебя не уговорили до сих пор. Очень смешно. Все, давай, сваливаем. Так, я сумею добыть все материалы, но тогда половина твоих изделий моя. Половина? Ну нет, спятил? Или половина, или ничего, выбирай сам. Ладно, пусть половина. Вот так. О, так оно еще и недалеко, 120 всего лишь. Да тихо, ты что, меня вот укусил? Бам! Бошки посносил. Подожди. Беги. В сторону, в сторону. Хоп, хоп. Ну что ты не схватился, дебил? Ага, вот оно. Так, у меня такое чувство, что я рад, да, что через крышу я пошел. На! Что и требовалось доказать. Ой. А, подожди. Так, понятненько с вами все. Хренос, да? Ладно. Думать, я с вами не справлюсь. Сейчас. На. На. Блин. На, вот так. А эту надо починить. Так, кишта, починить. Этот предмет больше нельзя починить. Блин, до конца тогда уж добить его. Хоп. Давай. На. Еще один. На. Стрелы. Стрелы верните мне. Так. Давай. Тихо. И срезали. Блин, они то, что вы же появляетесь. Что, раз забрать, да. А чего взять? Вот этот. Нет. Так, крюк-нож. Так. Подожди. На.
Так. Взлом нормально. Чуть-чуть еще. Открыли. Что мы имеем? Так, ладно. Маленько не то. Вау, стрела моя. Так. Здесь что? Блин, ключ надо найти, скипидар, что-то еще все здесь должно быть. Здесь что у нас? Ага, что-то нашел. Найдите ключ на складе. Подожди, ключ на складе нашел. Так, задание. Поджигатель, человек в противогазе, напряжение, стрелок. Найдите пистолет. Так, нет. Принесите. Идите. Так, идите в ангар. Так. Так. Задача отслеживаться. Ну, недалеко. Опять же. Так. Давай. Что тут, где? Вот он. Берем. Понятненько. Так, можно открыть, да? Вот этот дальше вглубь ангара уходит. Ага. Так, это нельзя открыть. Это тоже нельзя открыть. Че, как зашел, так и вышел. Через верх. Да, по ходу дела реально через верх только. Ну хорошо. Будем знать. Тихо. Блин, а что ты перепрыгнул-то? Разогнался так. Блин. А ты что? Я тебя скрывал? Зло. Так, минутку. Во. Все. Открыли. Что надо, достали. Инвентарь заполнен. Подожди. Нож. Так, горючая. У меня горючая жидкость есть. О, классическую битву. Конечно. Нож. Господи. Кто увидит, засмеет. Давай, поднимайся. Понятно. Так, через боковое, значит, окно. Попробуем выйти. Да как отсюда выходить-то? Так. Как? А вот так. Или что, или тут где-то проход замурован. Где тут? Выход!
Там меня монстры наверху ждут. Так, ладно. Будем пробовать где-то тут. Ну. Давай, 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 поднимайся. Че ты вот не залазишь? А, вон куда надо. Стой, 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 стой. А он схватится? Ну-ка, обойдем-ка на всякий случай. Я-то вот здесь опрыгнул. Где бы я ни прыгнул, я так понимаю, я бы провалился в любом случае. А, и вот выход есть. Хоп. Нет, за жесть он эту не схватится. Блин. Да стой ты. Сколько мне этой лопаткой бить-то придется? Так, я хоть правильно иду? Так, идите в ангар. Ладно. Что, задание защитить? Подожди. Чувствую, что-то не то. Вот так. Что ты мне? Блин, мне в ангар надо. Нифига. Так. Как в ангар попадают? Откуда-то посюда, нет? Или опять через крышу? Давай. На. Да тихо ты. Так. Ну нормально так. У тебя где-то что-то было. Так, инвентарь полный. Нет, нифига. Что-то тут. Где короткий. Короткий рыбацкий нож. Тем более разобрать. Блин. Вот этот-то я изменил. Нож-крюк. О, газовая труба. Урон 27. Она вроде как электрическая, не знаю. Давайте выбрать. Поставим. Тяжелая арматура, полицейская дубинка. Так. Тихо. Пунк. Пунк. Так. Подожди, серп. Серп мы можем уже разобрать.
Серп, простой молоток. Ой. Вау. На вылет. А ты куда ушел? О. Так, сойдет. Так, этот красный воздух, я что-то не хочу дышать. Пау. Блин. Пау. Соберу. Так. Так, а где тело-то? На. Что-то я не понял, куда тело делось, он вроде как с автоматом был. Так, а что мне знать? Так, идите в ангар, ну пришел. Что дальше-то? Ага. Не с этой стороны. Так. Что тут такое? И с чем это едят? Ничего не видно, да? Да стой ты! Я ж тебя как бог черепаху. На! Так. Набор, так. Отмычка. Вот так. Ну, блин, сюрикены эти бесполезны. Я не знаю, их то ли прокачивать надо, то ли что. Открывай. Какой упырь там сидит? На страже. Блин. Надо тут все облазивать, да? На. Давай. Блин. На. Ой. Ну-ка.
На. Так, что это у меня? Не понимаю. А, ночь наступает. Блин, блинский. Вот чего не хотел, так это вот, чтобы ночь сейчас настала. Блин. Повышение уровня ловкости. Давай. Вот этот вагон, значит. Давай, 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 давай. Открывай, что видим. Не оно. Надо с другой стороны открыть, что ли. Открываем с другой стороны. Не оно. Так. Мне бы сказали бы, что я и конкретно ищу. Так, пойдем откроем еще вот этот тогда. Сколько тут осталось у нас? Вагонов-то мало, да? Открывай. Так, это что, цинковая пудра? Так, наверху, ладно, наверху-то бог с ним. Вот, взяли пудру цинковую. Ой. Подожди. Он сюда пробрался. Блин, да там нету этих. Так. Скипидар найти надо. Ой-ой-ой. Куда бы мне? Ой-ой-ой. А где тут? Зона-то безопасная. Как мне выйти-то отсюда так? Боюсь, не допрыгну до верху-то сейчас. Мне надо еще не шуметь. Так. То есть стрелять мне никак. До потолка я вряд ли смогу допрыгнуть. Тихо, тихо. Блин. И вон еще один стоит. Так, за веревку нет. Но он не хватается. Давай! На! На!
Блин. Хрен там. Да уйди ты. Блин. Конечно, забил. Безопасная зона лучше всего, чтобы спрятаться от погони. Да я с тобой полностью согласен. А мне-то что делать вот? Я зажат был этой хрени. Найдите скипидар. Давай, подожди. Блин, вот чего не хватало еще и... Подожди, а я что, из безопасной зоны ушел? Ой-ой-ой. Да стой! Давай, давай, давай. Ну-ка, давай-ка устроим им охоту. На. На. Так, я думаю, пока нормально, нет? Ой-ой-ой. Гори! Взвейтесь кострами! Вау, ничего, его подбросил это. На. Выкинула монстра. Тихо. На. Прекрасно. На. Так, время сколько там? Скоро ночь пройдет. Блин, блин, блин. Да вроде и недалеко бежать-то. А, мне куда? Мне опять в депо манят. А время сколько? Время еще 6:19. Эмма. Ладно, подождем. Так, осталось-то вроде немножко, блин, немножко. Как бы нам... Давай. Прям слышно их. Не та, не та. Хоп. О, да я и на эту могу. Так вот, вот здесь вот двояко бывает, цепляется, бывает не цепляется.
На. На. Да в голову бей. Блин. Вон они. Так. А что использовать-то можно? Блин. По крышам. Давай. А, оно просто их стягивает и притягивает. Меня сидит, ждет. Хоп! Схватился, фух! Итак, вот здесь вот мы погибли. Так, а если я туда спущусь? Блин, все-таки где-то внутри надо искать это все дело. Доска. А здесь что? Труба. Так, надо себе оружие делать уже. Тут мне никак, да? Никак. Может, где-то ворота открываются? Я даже не знаю, что такое у тебя было тут. Блин, ты меня траванул еще и козлина. Хоп. Хоп. Да стойте вы. Вы же даже не знаете, где я. А все, бежите напролом. Так, идем. Вот сюда куда-то дополнительная секция. Туда мне, наверное, и надо. Так, один вход. Один выход. Где ты? Вот она ты. Да блин! Что за непруха-то такая? Давай.
Давайте сначала соберем здесь все. А то, блин, откроем, сейчас они как понабегут. Хотя открывать вообще. Давай. Ну не может, правда, тоже все так хорошо быть. На. У тебя что-то в руках было. Блин. На. Обыскиваем. У тебя же инструмент был. Что-то, блин, что-то не то. Молоток каменщика. Тут что за масоны-то такие, каменщики одни. Молоток. На одного хватит разобрать. Все взял. Стрелы. Теперь надо выбираться отсюда. Что тут есть? Ну а то уж да, так, в довесочек. Блин, сейчас на крышу. Все обратно тем же путем, каким пришли. Я просто, значит, неправильно пошел, первоначально даже. Вот так. Бежим, бежим, бежим. Хоп. А где тут? Где тут выход? Подождите. Так, это, а где у нас подъем-то должен быть тогда? Где подъем? Хрен там. Ладно. Так. С фонаря не допрыгнуть, здесь не допрыгнуть. Как отсюда выбираться? Где-то воздыхатель. Ой. Там кто-то плюется, подождите. Да на ты. Прикончить. А почему сразу так нельзя было сделать? Да уйди, пока пошла вон прочь, животное. Ладно, я побежал, мне некогда. Ой, и ночь была же. Надо было другими делами заниматься. Там этих светящихся ловить.
Ладно. Сейчас мы по-быстрому принесем это. И я пока буду ходить зачищать тогда эти, делать безопасные зоны. Так. Да подождите вы. Рыкуны, крикуны и тому подобное нечисть. Где ты? Падла. Так, ты все принес? Покажи. Прекрасно, Саид будет жить. Это может стать началом прекрасного. Мы не друзья. Нет, конечно нет. Ошибочка вышла. Союзники. Скажи, как ты их делаешь, я пойду по своим делам. Понял, больше не говори ничего. Мы с тобой договорились, ударили по рукам. Учи давай, заткнись, Саид. Да, сэр. Так, я что, ты меня научил, нет? Так. Награда, чертежи. Повышение уровня выживаемости. Вау, что-то... Навыки. Бег. Это что у меня? Если кусака вас схватит, вам будет проще вырваться. Так, а это что? Так, пассивный навык. Бомба в прыжке. Необходимо так, навык. Удар в прыжке. Удар в прыжке наносит больше урон. Так. Двое так уменьшает урон от падений. Падение с большой высоты по-прежнему смертельно. Так. Ну вот это надо. И выживаемость. Что у нас здесь? Так, научитесь создавать щит, использование его в бою. Так, используйте электрические решетки. Вот это, что такое? Усилители обладают более длительным действием. Нет. Давайте будем делать потихонечку. Вы можете забрать награду из тайника, убежище или получить ее у кладовщика. Ну, хорошо. Ладно. Теперь к этим подходим. Вот ваши крючья. Мы его недооценили. Конечно. Ну, вряд ли нас можно за это винить. Взгляни на него. Можем идти? Ты закончил? А нам надо работать. Когда мы закончим, мы оставим тебе пару тросов. Да, мы знаем, что вы, приматы, любите качаться на лианах. Тварь вонючая. Ну все, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся уже в следующем видео. Пока!